Привет, дорогие мои друзья! Сегодня у нас интересная посылочка. Несмотря на всю свою простоту, она меня очень сильно удивила, когда я увидел на Алиэкспрессе. Давайте откроем пакет. В пакете находится завернутая в вспененный полиэтилен вот такая вот коробочка. И здесь у нас патрон. Это не простой патрон, а с датчиком движения. Также здесь есть регулировки. То есть, если вы не хотите делать каких-то глобальных изменений в освещении, а просто хотите вкрутить лампочку, которая будет реагировать на движение, то это как раз то, что вам нужно. Я думаю, многим будет такое устройство полезно. То есть, здесь у нас в верхней части датчик движения расположен, регуляторы. Если я не ошибаюсь, E27 этот цоколь называется. Да, вот здесь вот так написано. И максимальная мощность лампочки, которую можно вкручивать сюда в нагрузку, 60 Вт. Но я так понимаю, можно использовать энергосберегающие светодиодные лампочки, так что светить будет очень ярко при желании. Блин, ну согласитесь, классная вещь. Надеюсь, что работает она так же прикольно, как выглядит. В этой квартире проходит ремонт, поэтому на обстановочку внимания не обращаем. Вкрутил сейчас лампу в патрон, она светится, и сейчас вот погасла. Давайте теперь попробуем войти в помещение. Входим, и хоп, она загорелась. То есть датчик движения сработал. В общем, смотрите, здесь у нас есть две крутилочки. Вот это левая, это у нас время, которое она будет светиться после срабатывания датчика. А правая крутилочка, это чувствительность. То есть если у вас в квартире есть домашние животные, кошка, собака, можно убавить чувствительность, и на движение собаки эта штука срабатывать не должна. А так, в целом, вот смотрите, начиная шевелиться, она сразу же срабатывает, загорается и, в общем-то, исправно работает. В общем, вещица классная, действительно. К покупке я вам ее смело рекомендую, ссылочка будет в описании. Видос старался делать по возможности коротким, поэтому если вам нравится, поднимайте пальцы вверх. С вами был Александр, желаю вам добра, удачи, позитива, хорошего настроения, пока-пока.